Всем привет! Сегодня у нас на разрыве вот такая вот мышь Defender, рублей за 100-150 она была куплена, но у нее огромный косяк, левая кнопка перестала работать. Взрывать мы ее будем вот такой вот мощной петардой, треугольник, ценой в 10 рублей. Так что давай, взрыв, 160 рублей у нас получается. Поджигай и вали влево. Еще эта машина ездит, металлолом покупает. Так, я отойду, чтобы меня осколками не замочило. Ох, мама родная. Уши у меня заложило. Не знаю, как там Дед Мороз, бедолага, но у меня уши болят. Вот все, что осталось от мышки. Верхняя часть и дно. Хоть петарда взрывалась снизу, но почему-то развалилась сверху. Ну все, в этом бою, считаю, победила петарда, хоть и с маленьким таким шансом. Ну все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.